искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорово, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Гарри Поттер 1 по 4 года обучения. Продолжаем историю. У нас осталось еще, по сути, 3 эпизода. И мы пройдем сюжет. Угу, Гарри достал яйцо. Да, сейчас оно будет очень-очень громко вот очень громкие звуки издавать. Потому что его нужно открывать под водой. И мы сейчас как раз-таки, скорее всего, и будем это делать. Так, да, выбегаем из спальни Гриффиндора. Так. Да, мы скорее сейчас пойдем... Не помню, то ли на третий этаж, то ли куда, где это было, но там типа будет ванна, и Плакса Миртл там будет. Хотя пока что мы идем куда-то. А, ну вот, да. Катсцена у нас сразу. А вот Седрик с шапочкой. Ну да, он дал ему, короче, намек. Подсказал ему, ну, по просьбе Алластера. Так, и куда нам? Ага, понял. Бежим сюда. Вижу. Нам направо. Филч. Поднимаемся наверх. Так, что я застрял. Вот до сих пор этот Вантус прыгает. Но он нам не нужен, поскольку нам нужно... А куда нам нужно? Наверх? Да, наверх. А, и тут как раз-таки нам нужно наше новое заклинание, которое мы изучили в предыдущей части. А, вот, Плакса Миртл, да, как раз таки. Блин, там была фиолетовая монета. Ну ладно, все равно не сюжет. Так что фиг с ним. Да, вот опять оно орет. Ну, отчасти, да, Плакса Миртл подскажет, что делать. То, что он уже будет опустить под воду. И мы играем как раз таки за... А, у него вообще заклинаний нету. Замечательно. Так. И нам нужно собрать... сколько? 4 зеленых ракушки. Так, давайте закроем. Ага, понял. Нам нужно и вторую закрыть. Это так работает? Ну ладно. Так, забираем ракушку. Вторую.
А, один из четырех. А что, у нас уже уровень, что ли? А, ну да, уровень пошел. Это отлично, потому что, возможно, он будет коротким. Так, ну и третью раковину. Ага. Но нам нужно еще где-то... Опа, Богард, Богард, все, я понял. Он тут не просто так. Берем против него заклинание. Кстати, у меня нету заклинания против Богарда. Но мы... Вот, а, тут у нас Седрик Диггери просто, окей. Нифига себе. При этом там еще вот Гриффиндор есть. А, нам нужен просто сильный персонаж. Так, ну-ка. Один из трех. Но факела нам, по сути, не нужно. Но почему бы и нет, раз их тут всего три. О, Пуффендуй. А, да вот же, блин, тут все так просто было. А. Так. Отлично, и теперь, в принципе, можем закрывать. Ставим сюда. Так, а при чем здесь спуск? Ну ладно. А, ну да, это же, она же, да-да-да, все, я понял, почему спуск. Угу. Так, первым делом, что я вижу, это здесь этот металлический замок. А, тут у нас флёр, задание с озером. Это как раз таки следующее будет испытание. Ну-ка, Плакса Миртл, она... Увы, нет. Так. А, нужно почистить. Так, хорошо, это мы без проблем сделаем. Так, русалка, которая как раз таки была у нас. Не понял, а за что? Мы вроде помогли. Так, детали. Угу, это типа у нас мини Хогвартс Экспресс. Опа, тучу вижу. Так. А, понятно. Так, 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 так. Ну и включаем воду. Штанцы валяются, кофта. Угу. Так, уровень пройден, разблокируем режим свободной игры.
Седрик Диггери. Ой, Диггери. Диггери. Флёр задания с озером. И два герба. Два факультета мы собрали. Это мы скипаем. Детальки скипаем. Золотой блок. Да, только один. И я буду с вами прощаться, друзья. Я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.